подготовили жители праздник для себя и гостей 7 августа 2019 года на Центральной площади, доказали свою любовь к поселку Заря прекрасной творческой выставкой местных умельцев, зажигательными концертными номерами и, конечно, хлебосольством. Я прикрою глаза и увижу деревню, васильковую даль и в туманах поля. Водой, к журавлю на пригорке, с головой неприкрытой, мама моя. Идет за водой, к журавлю на пригорке, с головой неприкрытой, мама моя. Через снежную даль меня в школу водила и с учебы встречала одна у крыльца. На заре поднималась и поздно ложилась, и в пример приводила всегда мне отца. На заре поднималась и поздно ложилась, и в пример приводила всегда мне отца. Любит доброе общение с жителями Михайловской глубинки и глава администрации района. И в поселок Заря Евгений Владимирович приехал, чтобы поздравить его жителей с днем любимого поселка, отметив лучших его представителей благодарственными письмами. Дорог не подарок, а внимание. Как правило, люди, принимающие участие в благоустройстве территории, оказывающие поддержку местной администрации, не нуждаются в каких-то особых подарках, но им важно почувствовать отклик на их добрые дела. В Михайловском районе не забывают своих помощников, и стало доброй традицией отмечать их на подобных праздниках. Дорогие земляки, я очень рад, что погода нас подводит, а вы не подводите и район, и свое поселение. Дождь вас, меленький, теплый, не испугал, и слава Богу. Я хочу поздравить вас с праздником. А с праздником почему? Когда мы собираемся по-хорошему, по доброму поводу, это всегда праздник. Когда мы выражаем хорошие, светлые, теплые и добрые слова друг другу, это праздник. Когда будем вручать благодарности и грамоты, это праздник. Поэтому очень хочется сказать самые теплые, добрые слова всем. Ну и в отдельности тут есть вот наше старшее поколение. Им особые слова благодарности, любви и признательности за то, что они с нами, за то, что в годы лихолетия они работали и тащили на себе огромную ношу и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в целом в развитии нашей страны. Огромное спасибо. Мне хочется пожелать всем присутствующим здоровья. Я считаю, что это фундамент и самое главное для каждого человека. Здоровья вам лично, здоровья вашим детям, здоровья внукам, семьям в целом. Чтобы у нас, если облачное небо было, то только с дождем. Никоим образом, чтобы не было никогда войны и каких-то расприй. А мы шли, работали, учились, любили для того, чтобы наша родимая страна жила, для того, чтобы жило село. Потому что село – это корни нашей столицы. Ну а дерево без корней, как мы знаем, не может жить. Поэтому с праздником, дорогие мои, здоровья и добра всем вам. Родину Валерию Ивановичу. Ваши дружные аплодисменты. Вручается благодарность Самохину Евгению Владимировичу. За активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни горностаевского сельского поселения вручается благодарность Травкиной Ирине Александровне. Приветствую вас на этом празднике.
рада тому, что создаются такие праздники, что каждый из вас может отвлечься от будней и прийти сюда отдохнуть душой и сердцем. Конечно же, вам пожелать самое главное — крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, счастья, здоровья. И, как говорится, если на селе работает и существует детский сад и школа, значит, село живет. И сегодня мы хотим вручить благодарственные письма нашим учителям с многолетним учителям и воспитателям с многолетним стажем. Бурмистрова Нина Васильевна, заслуженный учитель с 54-летним стажем трудовой деятельности. Ваши дружные аплодисменты. В дошкольном образовательном учреждении детский сад «Колокольчик» 37 лет трудится воспитателем Брызгалина Людмила Гавриловна. Дорогие уважаемые педагоги, мы желаем вам успеха, благодарных воспитанников и, конечно же, крепкого здоровья. А еще хотим отметить благодарственным письмом нашего зоркого, трудолюбивого доктора Федотову Любовь Ивановну. Но, к сожалению, она на работе, и мы вручим родственникам, она передаст. В развитии и благоустройстве Горностаевского сельского поселения активно принимает участие ООО «Малинки». Гришков Александр Матвеевич. Пономарев Владимир Николаевич. Пономарев Сергей Николаевич. Разгонюк Прасковья Алексеевна. Чурилов Юрий Алексеевич. Поклон вам, низкий, люди добрые, люди светлые. Дорогие друзья, а сейчас давайте поприветствуем наших самодеятельных артистов. Участников праздников любимых сел, поселков и деревень на Михайловской земле уже не смущает дождливая и пасмурная погода. Они готовы петь, веселиться и чествовать активных помощников родной земли в деле благоустройства и организации различных мероприятий, невзирая на слякоть и сырость. Вот так полюбились эти соборные праздники, на которых происходят радостные встречи земляков. Любовь моя.
Скромна. Все в городе, лишь верные старушки из года в год стареют у окна. Дома, домишки, домики рядочком, далекая и близкая родня, и мягким деревенским говорочком пропитана тропинка вдоль плетня. Зимой затишье, свет не жгут до ночи, зима заснула и деревня спит. И только месяц, одинокий, очень, глубокий сон деревни сторожит. А сны ее о том, как ближе к лету из города приедет молодежь, и долго будут бабушки об этом судачить у колодцев, зной и дождь, как загудит деревня, словно улей, с трудом дождавшись раннего утра. Залают псы, закудахчут куры, забегает со смехом детвора. И вроде все нормально, все в порядке, людские голоса и птичья трель, но почему-то выглядит печально стоящий над колодцем журавель. Кольцевой, как привет из прошлого, встречался нам с тобой уголок заброшенный, опустевший старый дом, без вины покинутый, и колодец под окном небом опрокинутый. Колодец, колодец, дай воды напиться, колодец, колодец, дай небо голосок. Быть может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Пришли сюда, здесь обиды кончатся, и прощаться нам всегда, нам с тобой расхочется. Мы еще сюда придем, чтоб в ошибках каяться, ведь колодцы даже днем звезды отражаются. Ведь колодцы даже днем звезды отражаются. Колодец, колодец, дай воды напиться, колодец, колодец, дай небо колоток. Быть может, еще возвратиться счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Кто обойти готов полсвета, любимый, повторяя имена. Три месяца лета.
цветочки, у дорожки по пути. И плела, плела веночки, грит потучи, грит потучи. Поля бескрайние, ромашек кружит. Ромашка белая, влажная.
так приехали, когда? Прислали сюда воспитателем работу детского сада. И сколько проработали? В садике работали? Ну, сейчас работаю, до этого работала на кладовщиком ГСМ. И сейчас еще работаю. Ну, здорово. Расскажите, хороший у вас поселок? Хороший, конечно. И люди все хорошие. А праздник сегодня? Очень хороший. Спасибо вам большое. Такие нужны вообще дни? Для чего, как вы считаете? Для людей. Чтобы общаться всем вместе. У меня большая и хорошая пасека. В деревне Шепелёвке. Любите пчел? Я пчелами занимаюсь с детства, с 13 лет. И уже 60 с лишним, 50 с лишним лет. В этом году было бы меду много, но погода не дала. Пчелы сильные, хорошие. Так что можно было ожидать от этого года большего, но не очень. А вы сами родом отсюда? Нет, я с города Новомосковска, Тульской области. А почему сюда приехали, в поселок? Здесь я с пчелами кочевал раньше. И однажды меня попросил Михаил Павлович с Красного Богатыря, бывший директор, чтобы я семей 40 перебросил в эту местность. У него здесь было 100 гектаров гречихи, а никто пчел не привел. Вот мы перебросили сюда пчел, и вся пчела пошла работать на мою деревню, где я сейчас живу. Мы с женой приехали туда, посмотрели, какая там природа. Три леса, лощины, карьер, раздолье для пчел. Купили домик, и вот с тех пор мы здесь с пчелами. И хорошо. Хорошо, довольны все. А праздник сегодня? Да, с праздником вас. Праздником. Альбина Ивановна, расскажите, как вы жили здесь, в поселке? Ну, тогда было весело. Я начинала с дояркой работала. Потом на молзаводе работала, лаборантом. После лаборанта мне уже все сельсовет пригласили. И 30 лет я там работала в сельсовете. В 2000 году уже ушла там. Все было хорошо, совхоз был хороший. У нас сегодня стол такой замечательный. Ядреные огурчики, сальцы, простое, копченое, а тоже грибочки, свойское. Грибочки, капуста. Селедочка, капусточка, картошечка. Молодая? Конечно, можно даже попробовать. Вообще замечательно. Вот сама говорю, а самой даже слюни текут. Кто готовил? Ой, ну вообще-то мы все сообща готовили. Старались. Всей командой. Всей командой. Всей зарезки. Конечно, ради бога. Вот уже пробу сняли. Огурцы замечательные. Супер просто. Огурцы какие-то у вас? Бочковые? Бочковые, конечно, конечно. Предложи, угощайтесь, ну попробуйте. Скажите, простым посолом огурцы? Простым, да, простым. Простым. Бабушка солила. Бабушка у нас такая свекровь есть. Свекровь моя, 92 года. Лобанова Александра Дмитриевна. А рецепт знаете? Скажем, если надо, скажем. Скажите. Так, ну что, берутся огурцы, замачиваются. Потом готовится тара. Холодной водой все это замачивается. Я уж наизусть-то не могу сказать. Родниковой водой. У нас в Горностаевке родник есть. Горностаевки-выселки, правильно называется? Горностаевки, да, село. Там родник. Вода замечательная, вкусная, целебная. Вот этой водичкой все заливается. Естественно, соль, укропчик. Все дела. Владислав Окорков, Александр Каратаев, Наталья Бастракова и Евгений Бастраков специально для Михайлов ТВ.